арт-студии «Ажур». Наверное, наши самые наблюдательные зрители видят, что цветом этого года Pantone объявил глубокий синий. Так вот, сегодня мы о нем поговорим, но для начала по поводу того, вообще, кто такой Pantone и почему они решают, какой цвет задавать, по каким критериям они выбирают, какой цвет будет трендом в 2020 году, в любом другом. Так вот, на что ссылается Pantone? Pantone — это группа дизайнеров, тренд-мастеров, которые задают вот эти тенденции. По каким критериям они решают? Они наблюдают за ситуацией в мире. Глубокий синий является цветом этого года, потому что он обладает вот этим свойством успокоить, дать понять, что ты в безопасности, что ты далеко от городской суеты. Так давайте все-таки изучим вот этот цвет хотя бы немного. Хотя оттенков синего огромное множество, их просто не счесть, но хотя бы вот такие основные оттенки можно будет рассмотреть сегодня буквально в паре наших коллекций. Начнем с бархата, потому что он имеет такую тактильную, очень приятную особенность. И начнем с вот этой коллекции. Я в восторге от нее. Такими коллекциями, которые очень сдержаны. Но если обратить внимание, она содержит в себе очень много разных оттенков. Это и темно-синий, и индиго, и цвет, который вот уже выбеленный такой, да, переходящий к голубому. Хотя его можно использовать, в принципе, в довольно-таки классическом интерьере. Следующая коллекция, она довольно-таки очень яркая, она агрессивная. Но я думаю, что вам она очень понравится, коллекция Milan. Она может нам проиллюстрировать ярко, почему синий считался цветом царей и богачей. Потому что он чудесно сочетается с золотом, он прекрасно сочетается с люрексом. Посмотрите, какая чудесная вышивка. И похожая коллекция, которую тоже мы причисляем такой прям к тяжелой классике, то есть ее можно использовать в стиле ампир. Друзья, если вдруг вы боитесь этого цвета, если вы переживаете, что будет мрачно, темно, никто не исключает возможности того, что вы можете использовать его совсем немного в подушках, возможно, в каких-то аксессуарах. То есть независимо от интерьера вы можете быть в тренде. На самом деле очень важно грамотно подойти к этому цвету, поэтому мы вас приглашаем в нашу арт-студию, в которой представлено много коллекций. И в синих оттенках, всевозможные синие оттенки, они собраны в разных каталогах, в разных коллекциях. И вы можете прийти, изучить, а дизайнеры помогут вам сделать грамотную подборку. Ждем вас в нашей арт-студии. Всем пока-пока!